Пандемия коронавируса наступила. Это новая реальность. Никуда уже не денешься. Ситуация совсем изменилась. Мир изменился. Мир стал совсем другим. Кто-то хочет верить, кто-то не хочет. Но сейчас в задаче не верить, не бояться, не психовать, а понимать, что ситуация изменилась. Вирус наступает в геометрической прогрессии. Все, что вы можете сделать, защитить свою семью, защитить себя. Как это сделать? Максимальная социальная изоляция. Сегодня большинство крупных иностранных компаний ушли на карантин. Крупнейшие банки уходят на карантин. Они отпускают своих работников и даже выдают им домашние компьютеры. Это не шутки. Это очень серьезно. Поэтому, если вы ответственный человек, вы примете ответственность за то, что происходит с вами и вашей семьей в отношении изменившейся ситуации. Мы уходим все в онлайн, жизнь наступает совсем другая, будьте к этому готовы. Пожалуйста, примените максимальное количество средств, объясните детям, насколько это важно, близким своим. Друзья, информации очень много, поэтому безответственным быть – это значит игнорировать сегодняшнюю ситуацию. Это мое мнение, у каждого остается при своем. И хочу вам пожелать, берегите себя, берегите своих близких. Мир стал другим, изменился. Мы живем в уникальное время с высочайшими технологиями. Мы стали беззащитными перед внешней угрозой природы. Но я надеюсь, что все закончится благополучно, и мы с вами будем продолжать работать и жить в этом прекрасном мире.